Если вы перестали верить в чудеса, то самое время познакомиться с процедурой под названием «ручная пластика лица». Она доступна всем желающим без возрастных ограничений. Противопоказана только при повреждении кожи и инфекциях мягких тканей лица. Начинать ручную пластику можно как можно раньше. Как только появились первые морщины, второй подбородок, немного опустились щеки, появились носогубные складки, отечность на лице и в области век, беспокоит тусклый цвет и сухость кожи. Появились морщины на шее, и кожа декольте стала не такой упругой. Волшебством я называю это потому, что через 30 минут вы видите значительные изменения в виде уменьшения щек и подбородка. Выравнивание отвала лица, разглаживаются морщины, а кожа становится здоровой и отдохнувшей. Процедура может сопровождаться незначительными болевыми ощущениями. Болезненность лица может сохраняться до 3 дней. Лицо продолжает меняться в течение 1-2 месяцев после процедуры. Курс составляет 5-7 сеансов, который проводится 1-2 раза в неделю.